Сегодня служба судебных приставов отмечает свой профессиональный праздник. Профессия приставов нередко остается незамеченной среди обывателя. Действуя в соответствии с законом, специалисты обеспечивают исполнение официальных решений суда, поддерживают порядок во время заседаний и не только. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. В актовом зале Федеральной службы судебных приставов прошел праздник, посвященный 157-летию службы. По такому поводу собрались сотрудники, их дети и гости из Центра военно-патриотического воспитания молодежи. Они подготовили для виновников торжества свои номера. И мы с ребятами приехали поздравить с профессиональным праздником наших старших товарищей. Мы не понаслышке знаем, как они хорошо относятся. Часто мы с помощью управления службы в Карачаево-Черкесии проводим соревнования. Ребята участвуют, а сотрудники и руководство управления очень сильно нам в этом помогают. Поэтому мы равняемся на них, они нам помогают, они нам подсказывают. И вот такой день, само собой разумеется, когда нам сказали, что есть такая возможность, мы с радостью приехали. Также сотрудниками было продемонстрировано приведение к присяге вновь принятых сотрудников управления. Была организована демонстрация оружия, находящегося на вооружении службы судебных приставов России. Все было сделано для того, чтобы познакомить присутствующих с профессией судебного пристава и разделить профессиональный праздник. В такой день хочу пожелать коллегам терпения, здоровья. И чтобы у них все дома было хорошо. Я хочу пожелать нашей молодежи, подрастающему поколению, чтобы они выросли настоящими патриотами нашей Родины и были достойными детьми нашей России, великой России. Становление и развитие Института судебных приставов – заслуга всех работников. В такой важный день отметили ветеранов службы и выразили глубокую признательность. В завершении праздника для ребят был подготовлен сладкий стол. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ашибоков. Вести, Карачаево, Черкесия.